Самарской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Чтобы защититься от вирусов, врачи рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения и пройти вакцинацию. По данным Роспотребнадзора, прививку от гриппа уже сделали более 26 миллионов россиян. Специалисты отмечают, прививаться нужно как взрослым, так и детям. Родители должны понимать степень ответственности, ведь отказывая своему ребенку в процедуре, они ставят под угрозу его здоровье. Что хочется сказать каждому человеку, да, будь то он профессионал своего дела, будь то он родитель, вакцинироваться, конечно, необходимо, потому что мы защищаем таким образом свое здоровье, здоровье своих родных и близких. Соответственно, наше население, да, если мы берем глобальные масштабы, наша нация должна быть здоровой. И мы должны обеспечить ту безопасность, да, которая вот нам, в принципе, необходима. Поэтому я призываю всех, тем более родителей, делать вовремя прививки, следить за здоровьем детей и оставаться всем здоровыми.